Друзья, с вами Андрей, всем привет. Рад всех видеть. Ну что ж, продолжаем. Так, у нас с вами игра сейчас будет за Джейкоба глава. Новая игра плюс. Начинаем. Всем приятного просмотра. Так, ну в принципе, осталось у нас немного, половина. Леона прошли, Криса прошли, впереди Джейк и Ада. Ну что ж, в новый путь. Начать новую игру без найденного оружия. Да. Начать новую игру без найденного... Нет. Нет, поставь. Пусть оружие найденное будет. Так, сложность. Режим для тех, кто любит достигать цели, прикладывать определенные усилия. Но я думаю, также погоняем. Не будем нарушать канву. Выберем сложность ветерана. Режим игра на одиночке. Не знаю, затащу ветерана или нет. Также можно выбрать персонажа Джейка или Шерри. О, а это за кого мы будем играть, да? Или за Джейка, или за Шерри. Слушайте, интересный выбор, конечно, но я даже не знаю. И та прикольно. Но я хочу попробовать сначала за Джейка. У нас поуправляет персонажем компьютер. Так, онлайн убираем. Начинаем игру. За 4 декабря 2012 года. Эдония, Восточная Европа. Some kind of energy booster, but I don't feel any different. You know, between me and you, I think we should ask for more money. A lot more. I'm pretty sure this wasn't part of the contract. But I am willing to renegotiate. Did you take your dose? Yeah. If you want your own head, you gotta sign up with the lady downstairs. Wouldn't recommend it, though. No question. You've got the antibodies. Thank you very much. Wait, what? You could be the key to saving this world, Jake Mueller. Save myself first. Something? Just my balance. I'm fine. Sherry Birkin, the United States. Yeah, good for you, but that's not really the time. You coming? After you. После вас. Покиньте поле боя. Ну что ж, начинаем. They're the BOWs, the insurgents. Explains why there's a shitload of BSA troops here. We need to get out of the country without drawing either party's attention. Так, ну что же, это у меня осталось оружие когда-то из прошлой игры, так маленько изменилось меню. Так, что у меня присутствует? Аптечек всего 7 штук, пистолетик, дробаш, автомат какой-то, снайпа. Также это круто. Так, кольт крутой. Ну что ж, вперед. Я смотрю, тут кругом у нас наркоманы, да? Джейкова, весь папаша пошел, да? Уж не говори, это точно. Джейков же у нас сын, да? Одного из Вескера. Сыновьев.
Вот будем разбираться, что и как. Так, ладно, погнали. Покиньте поле боя. Слушай, ролик довольно-таки был крутой. Мне понравился. Говорят, компания за Джейкоба очень интересна. Что ж, за Криса на данный момент мне понравилось больше всех. Даже больше, чем за Леона. Так, вперед. Да, нас сразу кидают в гущу событий. Кстати, вот эта миссия мне напоминает... Вау! Миссию из рейда компании Resident Evil Revelation 2. Ой, смотрите, что тут творится. Так, ну пока ладно, идем. Что-то тут всех, короче, мочат. Как у нас дела на стриме со звуком? Шерри, бегом. Да, миссия 1-1 из рейда. Оу, да ладно. Так. Everyone in your platoon is one of those Juavo now. And you're dressed just like them. Come on, we have to get out of here. Да, надо выбираться отсюда. Почему они по нам стреляют? Вот это вопрос. Чё за приколы? Крис Редфилд же, если я не ошибаюсь, у нас, да, управляет всеми делами. Так, о, сразу впереди эмблемочка. Да, миссия 1-1 из рейда, самая первая. Так, здесь тут их, ладно, идем пока. Чувак, одержи. Оу, да ладно. Патроны закончились. Так, твою можно базуку взять? Нет, нельзя. Так, ну, я думаю, здесь также, скорее всего, патроны будут подзаканчиваться у нас. Ложен все-таки ветеран. Так, есть что-нибудь интересного? Пока ничего нету. Просто куповалим, да? Эй, ребята, вы должны нас спасти. Мы же вам помогаем. Так, вот это да. Так, Шерри, ты жива? Вытащить нас в целости и сохранности? Опа! Стоять! Так, слушайте, мне тут подсоветовали, говорят, Джейкоб, он выходит типа типок, чтобы драться. Опа! Ух ты! Через себя! Вот это да! Вот это нехило! Значит, он драчун, да? Ух ты! Красиво! Надо будет ему способность сделать на кулаки, на... Так, еще кто-то есть? А, еще и, да, и держи. У-ху! Прям каратист. Привет. На, держи. Так, ну что-то, правда... Так, походу, мне кажется, здесь бесконечно будут эти твари. Из них еще-то ничего не падает, хотя у меня спел стоит, чтобы выпадали патроны. В прошлый раз, который остался в компании за Кризом. Оу! Да, вибрация геймпада отрабатывает как надо. Так, а Шерри где? Да что происходит-то, а? Посмотрите, какая вахханалия творится. А, вот она. Ты что творишь-то? Иди сюда, да. Это что, неубиваемый, что ли? Ну, Джек, ты что косишь-то, а? Вынеси мне этого чуда. Вау! Блин, вертолет этот, а? Так, короче, валим отсюда. Шерри. First things first. I want 200,000 up front, another 200 when this is over. I want BOWs. Those are extra. An additional grand each. I'm not here to hire you. What? Why are you here? Your blood. What are you, the Red Cross or something? No, listen, those things that attacked us, they were all exposed to a new virus called the C virus. The same strain that you just took a dose of. It didn't affect you because you've got the antibodies.
Right now, we're racing against a global bioterrorist attack, and we needed a vaccine yesterday. We need you, Jake. We need your blood. $50 million. What? Cash. Non-negotiable. That'll get you one pint. Слушайте, а приколись, да? 50 миллионов долларов. Вот наркоман, а? Ты, блин, дает чибик, а? Наличными 50 лямов за пол-литра. Сколько там? Да, Джейкоб на наркоманище, да? Вирусы фигачат. Ладно, побежали. Слушайте, забавная у нас игрушечка-то. А так, что у нас с жизнями с вами? Давайте посмотрим, есть ли какие-нибудь бомбы. Нет, ничего пока нету. Короче, просто бежим вперед. Оу! Аккуратней. Слушайте, тут еще и можно в игре упасть. Вот это да. Заломил цену как надо, да, с юморком. С юморком, Джейк. Так, ова. Так, давайте-ка поснайперим тут мы маленечко. На, держи. Блин, как бы зато... У Джейкоба так же руки трясутся, как и у Криса. Да ё-моё, что, не может? Ой. Ой-ой-ой-ой, это что такое? Да ладно. Кого превратился? И пошел куда-то. Так, мне пока поснайперим. Ой, как тряска-то какая, а? Ты прицелишь, на, держи в голову. Не умер, что ли? Нет, еще один. А, вот он. Так, ладно, короче, погнали. Да он явно курит. Да тут не окурился, тут вперед что-то другое. Иди, куда ты прыгаешь? Слушайте, какие-то мощные твари, а. На, держи. Да смотрите, не пробиваются даже. Да ладно. Сколько в тебя надо-то? Офигеть, ничего себе броня вы такие мобы пошли. О-о-о. Ну это еще сложно, конечно, ветеран, но все же. Так, вот это да, жизни сняли-то нехило. Так, не зря здесь, короче, нам дали кольтик. Ну что же, придется экономить также. Да. Печаль, беда, аптечка срочно нужна. Наркоманы. Так, что у нас здесь? Здорово, чики. Автопад зацепил. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, это кто? Кто там шмальнул по мне? Вы где? Где он? Где он? Я чуть не вижу. Так, где он там шмаляет? Вы его видите? Я нет. Так, надо снять эту эмблемку мне. Да, блин, патроны закончились. А как вечно не вовремя, а? Мутация уже на броню пошла, точно. Слушайте, а где этот типок? Я что-то не вижу. А, вон он, внизу. Вон ты где, родной. Ну, держи говно. Проверим наш кольт. Ну, слушайте, отличная тема. Так, здесь можно, конечно, перепрыгнуть, но... Погодите. Тут можно вниз залезть. Поищем всякие секретики. Так, а в чем отличие? Пошел бы я по верху или по низу? А, все, я понял. Сюда надо нам Шерри закинуть. Шерри, работаем. Опа, кроссовка. Так, и че, куда она? А в чем прикол, что я ее туда закинул? А, странно. Ладно, уходим. Так, а мы здесь поднимемся. Оп! А, все, ясно. В общем, она бы сама не смогла так сделать. Слушайте, ну класс, да? Ох ты! Красиво! Слушайте, прикольно сделали. Ладно. Качественно. Ко мне все нравится. Так. Здесь такая же ситуация. Смотри. Где-то лестница наверх. А, вот. Подкинуть можно? А, нет, нельзя. Жаль. Оу!
Блин, как геймпад-то задрожал, а, в такие моменты? Да. Ох ты, а как мы ее-то переведем? А, лестницу спустить, ясно. This way, сюда. Так, погодите, надо что-то нам с ней сделать. Так, ну что, вот эти моменты, конечно, в игре радуют. Надежда. Да надо не только быть осторожнее, но и на чеку. Так. Берем пистолет в руки. Жаль, прокачку от оружия не сделали. Ну да ладно. О! А то получается, какая бы... Чем выше сложность, тем сильнее мобы. Но оружие при этом наше сильнее не становится. Так, уходим. Looks like the BSAA have got their work cut out for them. You don't know the half of it. Last I checked, my employers had a tank parked on the other side of the river. The only way the BSAA are leaving that bridge again are in body bags. No, you're wrong. Да-да-да, это там, где в прошлый раз мы за Криса бегали. Слушайте, а это где-то плюс-минус середина кампании, да? Ну нехило сносят, а, жизнь. Так. Нет, ну сложность я точно понижать не буду. Ну высуни свою голову, на, держи его. Так, тихо, пошел. Иди сюда. Пока все тихо и спокойно, теряем жизни потихоньку. Это меня печалит. Из-за врагов что-то шибко ничего не дают. Обломно. Так, здесь также можно Шерри подкинуть. Ее в любом случае подкидывать. Работаем. Так, куда-то побежала. А, отлично. Короче, она поверху, мы понизу, да? Опа! Красота какая. Оу! Так, вертолет. Валим отсюда. Да ладно. О, а жизни-то нету. Да вы гоните, что ли? Давай, держись, мужик. Есть, отлично. Оу! Офигеть. Вон по... Оо! Ничего себе снесли. Вон по кому нам вам надо стрелять, а не по мне. Что-то прям совсем все печально начинается. Так, мне жизни нужны. Жизни, жизни. Так, секунду, пройдемся там, где Шерри, может тут есть где-нибудь аптечка. Маловероятно, но все же. Ой-ой-ой-ой. Да, красиво. Красиво. Броня. А, у... а, я все понял, надо. Ему надо в голову стрелять, короче, он так бронированный. Патрончики для пистолетов, нафиг они мне нужны, мне нужны. О, для автомата хорошо. Да, не зря я вернулся. Что много дали для пистолета, конечно. Можно полечиться, у меня 7 лечилок есть, но... Как-то что-то мне все же охота найти аптечку большую. Жизни, я вижу, совсем нету. Так, да, все, больше нет здесь ничего. Так, может тут что-нибудь? Нет, ничего. А что-то как-то странно, ни музыки нету, да? В других как-то компаниях всегда музыка играла. Что-то прям тишина какая-то. В полных потемках идем. О, видите, что там впереди творится? Блин, так. Ну, давайте автомат перезаряжаем и заходим. Hey. Вот по... Ой, по-любому, ну я так и знал. На, говно тебе в голову. Ой, он там еще не... Замечательно, блин. Шерри! Выручи, подруга.
Ах, не успел стрельнуть, но нацелился четко. Убили, блин, да ё-моё. Нифига себе здесь какая заварушка-то, а, в самом начале. Обалденно. Так, ладно, хорошо, ну теперь у нас полный жизни. Чё ж ты мажешь-то, а? Мазила. Я за то, чтобы бежать? А нет, я за то, чтобы убивать. На, говно. Эх, ми патроны закончились! Так, тихо. Пойду за ногу дивизию, а! Засранцы. Иди сюда. Хотя, может, они здесь... Да ё-моё, патроны, так. Может, они тут бесконечны, а? Эх, мне бы сейчас бомбу бы какую-нибудь. Так, ладно, короче. Наверху этого снять, а то запарит. На, держите в голову, хватит. Да как так со снайпы не умирает? А, еще там, что ли? Ух ты, сколько... Ух ты, блин. На, говно, так. На, все в голову, короче. О, еще один подсел. Да ладно, блин, да и, короче, их тут, походу, бесконечное количество. Не зря Шерри сказал отбежать. Вовремя патроны закончились. Так, а где Шерри-то сама? Блин, еще подошли твари. А, нет, 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 что-то мне это не нравится, все дело, короче. Да, еще один засел, ладно. Да, блин. Да, я даже ничего сделать не могу. Короче, ладно, помираем. И валим отсюда нафиг. Ну давай ты убей меня, что ли, уже быстрее. Давай, 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 давай. Ты чё такие косые, а? Ой, косые. Есть. Молодцы. Да, сложность, ветеран. Просто, короче, тут так не даст нам, да? Так, давайте еще разок. Короче, теперь тупо валим отсюда. Ну его нафиг. What do you think? Fight or flight? Я за то, чтобы бежать. Да, ты права, я так бежать. Валим отсюда. Шерри, бегом, бегом, бегом. Hey! Roger! Ну его нафиг там останавливаться. Видите, Султанака. О, друзья, так это же тот.
босс, который за Леона был. Беги, блин. Это наш приятель, да? О, здорово, про. Валим отсюда. Here goes nothing. Я так понимаю, он нам крови немало попьет, да? Так, эта шутка помогла или нет? Фиг его знает, короче, бежим. Так, выбирайтесь со склада. Вернее, нас выслеживает. А почему это нас именно выслеживает? Так. Короче, все перезаряжаем. Вот это да. Это в этой компании ваш приятель главная заноза, да? Я так и подумал. Блин. Еще вот главная заноза вот эта. Жопа. На тебя держи. Да, надо будет обязательно поставить спел. Удар с руки в рукопашку. Так. Здесь ее можно наверх подкинуть. Бегом. Я что-то понять не могу, почему у меня музыка в игре не играет. Странно. Как-то в других компаниях за Криса Леона всегда музыка играла. Тут прям как-то что-то в каждой миссии тишина. А ты что это спрыгнуло у меня оттуда? Девочка. Так, а куда нам идти? Пока не видно, куда идти. Короче, проблемы будут нехилые, да, я так понимаю? О, блин! Потерялся, а? Так, что-то здесь нам кучу лутика дают, меня это радует. Но ни одной аптечки. Трава, конечно, это хорошо. Так. Ну, давайте объединять. Так, 10 есть, неплохо. Там я еще специально умирал, чтобы было больше жизни. Так, все, здесь уходим. А, вот сюда нам. А. Так, слушайте, погодите, а для чего? Я не понял прикола. О, что-то пропустил. Ох ты, патрон для дробаша пропустил. Для чего ее здесь подкидывать? Почему она оттуда спрыгивает? Ну-ка. Она там что-то должна взять или как? То есть, смотрите, она раз и спрыгивает назад. Странно. Очень странно. Трава зеленая. Да уж. Трава зеленая. Ой, 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 вот это мне совсем не нравится. Так, короче, нам туда куча бочек. Ну, в принципе, ясно. Так, еще одна трава. Краснику бы нам, пожалуйста. Размечтался, да? О, здесь что? Опа! Неплохо. Так, флешечка, флешечка, флешечка. Так. Ой, слушайте, так у меня еще есть патроны для... А где сама эта пушка? Мощная, которая. Нет, нету. Так, ладно, хорошо. Roger. О, понеслась. Здравствуйте, ребята! Так. Ну, в принципе, пока ничего такого серьезного. Ой, мне не нравится, что кругом эти красные штуки. Это, конечно, хорошо, с одной стороны. Где он? Но, с другой стороны, это печальные новости. А для чего трава? А трава для того, чтобы прибавлять нам здоровье. Ну, типа лечилки такой, небольшой. В общем, как-то так. О, в туалетик зайдем, в туалет, может тут что есть. Да, есть, 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 есть лутик. Есть, я, конечно, это хорошо, но с другой стороны, не очень они мне и нужны. Так, уходим. Здравствуй! Рататуй. Твою за ногу. Какой он здоровый, страшный. Уничтожь его, Санака. Да ладно. Так. И, короче, как его убивать?
Так, ладно, бежим сначала по бочкам. Так, еще тут лутик есть. Иди сюда, родной! Ну, что стоим? Шерри, отойди от бочки, отойди от бочки, от бочки отойди! Так, главное не попасть в ловушку. Так, ну что, как, живой? Живой! Так, ладно. Так, еще одна бочка. О-о-о, тихо-тихо-тихо-тихо. Сюда иди, сюда иди. Это что такое? О! Ну ты тварь. О, Шерри, спасибо. О, еще и эти твари подошли. Блин, так. Так, 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 так. Иди сюда. Ой, тут еще одна бочка есть. Сюда иди. Сюда иди ко мне. Зараза. На, говно. А, ты не получишь, Джейка. Так, наверх, наверх, наверх. Там еще бочка. О, вот еще одна. Вот еще одна. Так, он идет или не идет? Да, идет. А, говно с ножом. Ах ты, падла! Так, ну беги сюда, беги сюда! На, держи. О, еще один! Так, а бочек больше, по-моему, нету, да? А бочек-то, по-моему, больше... А, нет, есть, есть, вон еще внизу. Блин, я пропустил. Что тебе надо? Все, патроны закончились. Шерри, держись, не умирай только! Блин, да перезаряжай ты свою пуху быстрее. Это смысл есть по нему из этого стрелять, снайперки? Ой, он за мной побежал, по-моему. Ой, 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 ты откуда взялся? Так, дробаш. А, патронов нет! На, держи говно. Так, вот там вот я вижу патрончики есть, надо дособрать. Давай ты по ящику мне ударь. У-у-у, здравствуй. Так, короче, валим отсюда. В ту сторону, не в ту. Так, сюда, сюда иди, за мной, за мной. Так, еще одна бочка, одна внизу. Так, отлично. Сюда иди. Прыжок. Ну. Давай, 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 иди сюда. Ну на, держи, держи. На, зараза. Это нам помогло? Да. Это нам помогло. I swear, this mission gets harder by the minute. But at least you're still safe. We've got a lot riding on us. Только надолго ли помогло? Так, выбирайтесь из руин. Так, отлично. А, я там кое-что пропустил, ну да ладно, хорошо. Так, мне нужно от чего-то избавиться, чтобы у меня меню было. А, так, ну избавляться-то я ошибка ни от чего не хочу. Так, перезаряжаем патроны. Избавились от заноза. Так, ну только надолго ли избавились? Так, нет, все равно у меня полный инвентарь. Блин, там было пару еще ящиков, которые я пропустил. Ну да ладно. Three years ago, I thought I was gonna die in the jungles of South America. Enemy had us surrounded. Before I knew it, everyone on my team was dead. I lost my gun in the scramble. This bastard comes at me with a knife. Probably thought I wasn't even worth a bullet. Why are you telling me this? Man, dying on a blade is the last way you want to go. Ugh, it's a bitch. Mercs like me, we don't get a say in how we die. It's just how it goes. It's kind of what you signed up for, isn't it? Dying for money is one thing. That's my choice. But dying for no good reason doesn't sit right with me. So, you want to tell me what that big friggin' behemoth was and why he's trying to kill me? That thing is just like the Juavo. A bioorganic weapon created with the C-virus. He's being used by a terrorist organization called Neo Umbrella. Never heard of him. They want to study the antibodies in your blood, and they don't care if you're dead or alive. I was better off as a mercenary. I'm not gonna let anything happen to you.
The world needs you. No, no, not me. Just my blood. Well, the world can have it. As long as someone ponies up the dough. Джейк, короче, у нас наемник. Друзья, а это что такое? Это что у нас, дом восковых фигур, что ли? Я думаю, все смотрели этот фильм, да? Офигеть. Это куда мы попали? Так, здесь у нас жизни. Но я их не могу подобрать. Придется от чего-то избавиться. Ну, избавлюсь я вот от этих гранат, короче. Я лучше жизни возьму, их совмещу и прибавлю. Ха-ха. Снова страшно. Да уж. Манекены. Так. Слушайте, вот это уже интересно. Такого экспириенса не было. Вау. О, красная трава. Блин. Зря я... Извиняюсь. Смотрите, зря я зеленую использовал. Такие глазки нарисованы, да? Слушайте, место довольно-таки... Рот. Слушайте, ну блин. Короче, тут что-то происходило, да? Так, давайте разбираться, что. Ну что ж, Шерри нам рассказала, да, что нам он нужен, типа Джейком. Вот, типа про Нео Амбреллу. Я так понимаю, Сада и Вонг что-то мутят. Вот, и типа, что нужна кровь. Так, там идет война. Сейчас, скорее всего, мы встретимся с Крисом Редфилдом. Насколько я помню, мы встречались в той компании. Здрасте. И мобы-то сильные, блин. Да, если я не ошибаюсь, эта местность очень похожа на ту местность, которая была за Криса Редфилда. Да, и скорее всего сейчас там будет как надо. Да, по-любому. Так, ладненько, друзья, кто смотрит записи, здесь мы остановимся. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте про группу Зверей ТВ. Блин, ну прикольно. Пока мне все четко пока вообще круто нравится. Надеюсь, такой же темп игра в дальнейшем и выйдет. Оставайтесь на канале, скоро увидимся в следующей серии. Всем до встречи. Пока-пока.